Сколько здесь функций, тренировка, пульс, статус, погода, уведомления, настройки, которые все здесь доступны, что можно менять. Очень интересно. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Apple Expert. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о фитнес-браслете, который от Xiaomi Mi Band 4. Очень простой комплект, вот такая вот коробочка с такой вот нумерацией, штрих-кодом, все пришло, заказал на Розетке, все банально просто, здесь обычно документы поставляются, чек, то есть сами часы здесь подавались, здесь была зарядка, вот она, сама вот эта зарядочка, шнурок, вот, нужно будет снимать, вставить на зарядку, в браслете не зарядишь, это вам не пятое, ну, в принципе, это и есть весь комплект. Отставим это дело в сторонку. И давайте перейдем с вами к часам. Часы очень классные, простенькие. То есть стандартное подключение будет, вы когда активируете, подключите Bluetooth, у вас здесь будет галочка, просто подтвердите ее, пройдет быстрая синхронизация с вашим устройством и уже время покажет. То есть по функциям, какие здесь есть функции? Тренировки, то есть бег на улице, беговая дорожка, велосипед, ходьба, свободная тренировка и бассейн. То есть все считает примерно правильно, погрешность плюс-минус от 8 до 8,5% на все, в принципе. На калории, по-моему, все нормально, на дистанцию именно вот так вот. Здесь GPS-трекера нет устроенного. Что касается дисплея, то есть здесь все можно менять. Дисплей, вот стандартное будет меню. Вот такие вот часики можно выбрать, но я выбрал эти, я загрузил, и как бы мне с ними будет проще. Очень классно, в принципе, показывает. Очень классно меряет пульс, то есть статус покажет, сколько пройдено, но уже как за 12 перевалило, все сбилось. Все, в принципе, дистанции, которые и тренировки я проходил, у меня есть в Инстаграме. Мой Инстаграм видите, посмотрите, подпишитесь и также посмотрите, какие выдавал он результаты. То есть у меня 3 дня разбиты тренировки на каждый день, и они чередуются, меняются последовательностью. Вот, в принципе, так. Очень браслет удобный, классный, я никаких неудобств не испытываю, совершенно водонепроницаемый, можете свободно плавать, купаться, как бы ничего с ним не случится. Что еще здесь добавить, также можете синхронизировать, качаете приложение Mi Fit на iOS, на Android, на все устройства есть, меняете свободно себе режимы, ставите, какие вам будут нравиться, также циферблаты можете загружать. И, в принципе, все будет вам комфортно, ясно, доступно, просто. Цель этого видеоролика, я уже ими попользовался 3 дня, и как бы в них нужды не пытаю, хочу их разыграть. Если вам интересно, условия будут в описании. Вам нужно будет подписаться или быть подписанным на канал, поставить лайк, это будет опционально, потому что никак не проверить. На время розыгрыша откройте ваш канал, чтобы я мог проверить. Разыгрывать будем в прямой трансляции на YouTube после того, как это видео наберет 100 лайков. Набираем 100 лайков и разыгрываем эти часики. Они новенькие, полный комплект отдаю, отправлю, все будет честно. После получения вы, конечно же, опубликуете у себя в ВК в истории и меня отметите. Вот и все. Все условия, ничего сложного здесь нет. Также не забудьте поделиться этим видео в ваших соцсетях. Также оставьте комментарий, в котором будет указана ваша соцсеть. И я это проверю. Всем удачи!